Всем привет, мои хорошие, мои дорогие подписчики. Вот и настало время узнать победителей, именно победителей. Они уже готовы. Но прежде чем объявить победителей, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, всех подписчиков, кто вообще принимает участие в моей жизни, и всех, кто пишет комментарии, особенно позитивные комментарии, которые мне просто бальзам на душу, знаете, льют. Честно говоря, мне, конечно, очень приятно, когда вдохновляющие комментарии кто-то пишет, и вы мне просто даете крылья для того, чтобы я продолжала снимать дальше свои ролики. Потому что, как я уже говорила, иногда бывает, знаете, настроение то такое, и бывает вдохновение куда-то бывает растворяется. Потом я почитаю комментарии, поддерживающие, кто смотрит меня постоянно. Мне это очень приятно. И для тех, кому нужны мои ролики, для тех, кому я нужна, для тех я продолжаю и снимать все. Я обещала в конце влога объявить победителей, но влог у меня еще не готов. Мне еще нужно время его продолжить снимать. У меня в этом влоге там постоянно меняются планы по независящим от меня причинам, поэтому влог еще продолжается. Но тем не менее, чтобы вы не мотали ролик до конца, побыстрее узнать победителей, я решила просто отдельным роликом снять и озвучить имена тех, кому повезло. Но в этом конкурсе очень много участников, приняло участие людей в конкурсе. Мне это очень приятно. Наш канал растет по чуть-чуть, потихонечку, но мы никуда не спешим. Я снимаю ролики, стараюсь снимать такие позитивные, отдыхающие. И вот люди многие пишут, что отдыхают от мои ролики. Но вы можете мне сейчас сказать, давайте ближе к делу, давайте скорее участников озвучьте. В общем, еще раз, девочки, всех поздравляю и всех благодарю за участие. Ну, а сейчас я озвучу имена тех, кто победил. И хочу сказать, что эти имена я оставлю в описании внизу, также в сообществе на канале, и также я их оставлю в Инстаграме. Итак, барабанная дробь. Озвучиваю имена. Кристина Сергеевна. Поздравляю. Оксана Лопатка. И тоже поздравляю. И еще одна подписчица под ником Прокотов. И тоже поздравляю вас с победой. Всех, кто услышал свои имена, девочки, я оставлю в описании также свой e-mail, адрес почты или в Instagram в директ. Прошу вас отправить как можно быстрее свой адрес, обязательно индекс и имя получателя, кому я отправлю посылку Почтой России. Жду с нетерпением ваши адреса. Еще раз поздравляю победителей и еще раз благодарю всех участников. На этом я свое коротенькое видео заканчиваю. Пишите комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока!